Всем привет! Вы на канале Татьяны Ковальчук. Хочу показать вам семена, которые еще совсем не поздно посеять для рассады. Ну вот, в первую очередь, это такой томат монгольский карлик. Я его выращивала, но выращивала в теплице. Все его очень хвалят и очень любят, что он очень урожайный. Но он для открытого грунта, это точно. Потому что я выращивала в теплице и была им очень недовольна. Поэтому хочу попробовать еще раз посадить его на улице. Ну, такой весенний хоровод. Эти семена мне подарила подруга. Детерминантный, низкий. Ну, тут как возделывается, надо смотреть на сайте. Это семена от Валерия Медведева. И очень усыпан некрупными томатиками. Может быть, тоже посею. Еще лежала у меня на стратификации лаванда в холодильнике. Как-то я про нее забыла. Вытащила и посею. Это лаванда вознесенская. У меня лаванда сиреневый туман. А это вознесенская. Поэтому семян здесь совсем-совсем немного. Посею. Самое главное, что хотела, не сразу удалось купить семена. Обычно я не каждый год цинерарию выращиваю. Но вот в этом году мне захотелось ее вырастить. Такое название красивое, серебряная пыль. Ну, все знают, конечно, цинерарию за ее ажурные красивые листья. Ну, тут написано, что она как раз выращивается март-апрель на рассаду. Самое время сейчас ее посеять. Обычно она всходит очень хорошо. И самая такая есть у нее маленькая фишечка. Присыпать ее не надо очень сильно. Потому что семена такие у нее достаточно некрупные. Присыпать совсем-совсем чуть-чуть. И никогда не пишут в описании, вот сколько раз ее покупаю, выращиваю, присыпать землей или нет. И это я уже на своем опыте убедилась, что немножко присыпать надо. Также вот купила капусту. Выращиваю капусту, но всегда ее гусеницы, всякие вредители портят. Ну вот купила, мне посоветовали вот такой сорт белокочанной капусты Бартон F1. Это гибрид, голландская линия, семена от Престиж. То есть в описании написано, что она подходит и для свежего потребления, и для квашения. То есть очень такой сорт расхваленный. Количество семян 10 штук. Попробую еще раз. Много всяких советов, секретов, как обрабатывать капусту, чтобы ее не ели гусеницы, всякие там вредители. Но что-то пробовала, ничего не помогает. Все равно кто-то, да, вредит. Ну, огурец Герман. Сейчас я его еще не буду сеять, немножко попозже. Один огурчик для раннего урожая. Попробую посеять. Ну, и вот не смогла пройти я мимо вот этих белых пакетиков, дешевые семена. По-моему, по 2 рубля стоит. Базилик. Овощной лимончик. Петрушка листовая богатырь. Кориандр. И матиола вечерний аромат. Это очень душистая. Взяла 2 пачечки. Где-нибудь посажу обязательно. Матиола сажается сразу в грунт. Сеять не надо. И вот этих вот 2 пакетика. Петрушку листовую богатырь. И базилик овощной лимончик. Я посею сейчас плошечки. Пока она вырастет. Базилик растет очень быстро. Его можно... Уже и сейчас будет в пищу употреблять, как микрозелень, ну и как будет расти, как обычная зелень получится. А потом можно высадить на даче. Я так всегда практикую. Вот такие вот у меня новенькие посадки будут, посевы.